Всем привет, ребята. Вы снова на моем канале Артем Воронова. Я уже сходил на морюшко. У нас сегодня... Господи, какой день недели? После день... Какой день недели? Вторник. Да, 24 число. Ой. Анталия. Точнее, город Алания. Пляж Клеопатра. 24 октября, ребята, офигеть. 31 градус тепла. Все купаются, все гуляют, естественно. И я тоже, естественно, купаюсь. Еще надо стоять против солнца, чтобы свет на меня падал. Но как тоже ничего. Иду ноги сейчас помыть. Время 12:30. Я пришел где-то в 10, начало 11. Самое оно сейчас. Свалить ненадолго, потом часа в 4. Можно еще прийти. Хотя сейчас уже, знаете, конец октября, солнце не такое активное. Вот такие кранчики убогие. Ну, подниматься зато здесь удобно. Давайте я здесь ноги помою. Как у вас дела? Поставьте лайки, подпишитесь, кто не подписан. Ну и, конечно же, пишите комментарии, кто собирается в отпуск этой осенью или зимой и куда. Ох, какая красота! Мне, конечно же, пишут, что ты просто не хочешь уезжать в холодную Москву и так далее, в Россию, еще что-то. Ой, да может и не хочу, слушать, а кто захочет лететь в холод? Вот с 30-градусного тепла моря, пальмы и так далее, кто захочет лететь в нормальном рассудке, слякоть, снег и холод? Вот сейчас. Для меня, знаете, вот конец октября, начало ноября всегда самые противные месяца, потому что... мерзопакостно. Мне вот давайте просто снег сразу и зиму, я вот буду доволен. В таком контексте, а по-другому никак, к сожалению. Сразу снег не падает, прям, ну, было, что такая осень сухая, и потом резко вот снег, да, холод наступил, но это так редко бывает, ну, не знаю, может еще на месяц остаться, потом же можно куда-то еще полететь. Да, только мне надо узнать, где в Турции продается печатный станок. Мне нужно очень много денег напечатать. Чтобы свои хочу. Точнее, не то, что хочу. Ну да, хочу. Свои хочу исполнять. Иду в Мигрос сейчас что-нибудь перекусить. Возьму йогурт хочу какой-нибудь. У меня есть бананы и груша в номере. Вчера вечером хурму брал. А вчера вечером с подписчицей встречался. Ну, точнее, мы уже на пляже заочно плюс-минус были знакомы. Вот, а сейчас мы встретились в Мигросе, точнее, вчера вечером. Посидели, поболтали, наверное, потом сходили шаурму вместе поели. Наташа зовут. Ну, вот, показал место, хурму взяли. Вот, ну, в этот раз хурма чуть-чуть не такая была, но тоже вкусная. Может, даже чуть-чуть перележавшая. Вот, а так была тоже вкусная. Так вот. Опять жрать. А что еще делать на отдыхе? Жрать, купаться, отдыхать, пить. Что еще делать? Работать? Не, огород вот этот спахать надо, да? Ой, открыли. Смотрите. Слушайте, а что, открытие было? Слушайте, их открыли. Что-то какая-то хероборина тоже стоит. Фонтаны с водой, что ли, какие-то. Открыли монументы. Да. С шариками вот эти вот классные ребята. Вот давайте я вам поближе чуть-чуть сниму. Вот эти вот мне нравятся, как шариками дети сделаны. Это к столетию, которое будет отмечаться 29 октября, как я понимаю, в Турции. К столетию республики приурочен.
Не знаю. Может быть, застану еще. Что-то хорошо, время так быстро, правда, летит, к сожалению. Но ничего. Ничего страшного. В общем, сегодня у меня не очень продуктивный день, с одной стороны. Затем два раза за день море показываю. И днем, и вечером. Что, красиво же. Закат прошел, я поплавал. Ну, так вот, я в санатории. Профилактории. Я вам напоминаю об этом, чтобы вы не забывали. Два раза в день профилактика моря. Обязательно делай два раза в день, а так и все будет чики-пуки. На самом деле, я сегодня в обед должен был после моря идти в ПТТ, забрать посылку. Тренд-йолы заказал. И мне так было лень, я помылся после моря, полежал. Но мне так неохота никуда идти, я поел. Мне так никуда неохота было идти. Что вы думаете? Я думаю, ладно, схожу завтра, если что. И Херакс мне стучатся в комнату. Администраторы приносят посылку. То есть в этот раз даже не надо было идти за ней. Мне ее принесли сюда, в отель, в номер. Офигеть. Так радостно стало. Господи, как хорошо. Идти недалеко. Там на 4-й этаж поднимись. Вот это вот все покажи. Они там что-то 30, блядь, минут проверяют. А есть там еще, может быть, очередь. Ой, я только вчера там был, эти, деньги переводил, снимал. Ну, блядь, каждый день уже на эту почту, как на работу ходишь. Поэтому я так не хотел идти, думаю, один день не схожу. А мне принесли, представляете. Даже ходить не пришлось. Что, опять подфартило. Вообще прекрасно. Что я делаю? Я иду. Угадайте, куда? Я иду ужинать. В Гизлемешню что-то соскучился. Иду в Гизлемешню. Только что есть буду, не знаю. Вообще без понятия, что я хочу. Шаурму не хочу, это не хочу. Я уже не знаю, что я хочу. Но я потом возьму, схожу в магазин напиток. И, наверное, выйду в прямой эфир. У нас будет пятница 2.0 с вами. Вот. На основном канале, скорее всего. Но имейте в виду, что у меня есть второй канал Артём Воронов Лайф. Обязательно подпишитесь, чтобы быть на связи. Потому что я иногда там выхожу в прямые эфиры и публикую там видео. Домой вернусь, там будут у меня на втором канале, по крайней мере, планирую эти форматы другие. Видео. Вот. Немножко переформатирую канал. Не пропадать же добру, правильно? Вот так. А так все. Скучно, непринужден. Как обычно, с кошками. Вот что ей надо. Мои тапочки. Ой, она с усами, как Гитлер. Ой. Как гитлереныш. Нельзя это имя произносить, ну. Наверное, нельзя, я не знаю. Похер. Все, я пошел жрать. Мне это беспокоит больше. Заказал мини-мейнчик. Смотрите, еще шипит. Еще кипит. Все. Овощи, как обычно. Хлеб. Все в лучших традициях. Давайте пожелать мне приятного аппетита. Сейчас еще чай. О, чай горяченький принесли. На улице сел. Правда, парки мокрые, холодно уже. Поэтому надо кушать побыстрее уже. Ой. А еще у них стол что-то это качается, короче. Пока я буду есть мини-мен, уже остынет чай. Как раз я горячий чай не пью просто. Сахар. Столько в запрещенном грамме этих смешных мемов, нарезок. Сейчас смотрел, пока готовили, ржал. Аж настроение поднялось. Не то, чтобы его не было. Просто оно сегодня такое какое-то... спокойное настроение. Ой, блядь, как оно его несло, такой горячий. Ай. Надо вам как-нибудь мукбанг заснять, что ли. Что-то я давно уже мукбанг не снимал. Нормальный, не с шаурмой.
Хотя вот минимен тоже очень красивый. Можно как-нибудь, в принципе, изобразить, да. Ой, горячая. Я люблю, когда он подостывший. Вообще люблю остывшую Ледо. Потому что у нее есть вкус хотя бы. Треньёвка вот пришел. Поедим пока овощей. Мне не помешает. Попиздить, конечно, они любят. А кто не любит? Я пока ждал уже. Кусок хлеб сожрал. Здесь яиц немного, наверное, одно. Да, здесь, наверное, одно яйцо. Может быть, два максимум. Мне кажется, одно. Здесь больше овощей. Перец, помидоры, лук, чеснок. Белиссимо. И меня побело. Это вам, знаете, мукбанг со влогом вместе. Бонусом. Берите что-нибудь кушать тоже вместе со мной. Жрать охота. Ну все, горячее. Все очень горячее. Чай до верхов. Я бы холодной водички добавил. У меня есть. А время уже то ли 6:30. 18:40. Когда я буду в эфир выходить, никто не знает. Турки едят минимен. Этим хлебом. Ну, я вилкой. Мясо я сегодня в обед ел. 150 грамм индейки. В Мигросе брал. Так что мне нормально. Приеду. Ни маслин нет дома. Ничего. Отсюда привезу. Ну, слава богу, можно хоть заказать где-то сейчас в интернете. Я, кстати, сегодня 4-й день, ни грамма ничего не выпивал алкоголя. Ни пива, ничего. Трезв, как стеклышко. Поэтому сегодня я хочу уже что-нибудь выпить. А что мне сказали, я плохо выгляжу? В смысле? Тебе надо срочно домой. Ты плохо выглядишь, мне говорят. Типа не свежо. Смотрите за собой. Очень даже свежо я выгляжу. Я просто после моря. Дело, блядь, не в алкоголе. Не в присутствии, не в отсутствии. Водички чуть-чуть туда сейчас добавлю. Не такой горячий должен быть. Ну, правда, я не знаю, что от грамма воды изменится. Как я люблю этот хлеб. Вот
такой воздушный, пустой, но такой вкусный. Надо зайти колу взять. Может, не колу, может, чай возьму, кстати. Угу. Возьму чай. И у меня там Ленкин вискарек чуть-чуть остался. Ну, нашу последнюю ночь, когда мы ходили в клуб, мы занесли, там чуть-чуть осталось, грамм 150-200. Балантайса. Вот. Думаю, его надо допить. Мой шкаф. У меня просто все в пакетах. Все разбросано в номере. В прошлый раз виски лежал в пакете. Я даже... Там просто много пакетов из магазина. Все наставлено. Я даже забыл, что, блядь, пакет с каким-то напитком. А потом Ленка напомнила. Хочешь, там, если хочешь, пей, типа, у тебя остался. Я такой, ну, конечно. На пару часиков попиздить, выпить. Для профилактики. Божественно. Просто божественно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, я почти доел. Не забывайте на Дзен подписаться, ребят, потому что YouTube, видимо, блокирнут. Блять, мне хлеб закончился. Придется без хлеба доедать. Ну и ладно, стройнее буду. В общем, ссылочки, как всегда, все в описании. На все мои соцсети. Не теряйтесь. Ищите меня во всех соцсетях. Чао.